Приехали мы опять на реку Амур в 7:30. Попробовать порыбачить сегодня, посидеть. Район ТЭЦ, где гаражи. Пойдем сейчас поставим хапушки. Попробуем порыбачить. Ну, вчера он вроде как неплохо, вот человек там сидит вдалеке. Вроде как неплохо, это вот Андрюха пошел. Вроде как неплохо порыбачил. Ну, давайте пойдем ставиться, буриться, долбиться. И после буду все показывать вам. Ну, вот мы на месте. Одну хапушку мы впихнули. Лед сантиметров 150. Он Андрюха долбит. Будем ставить штук 6. Мужичок вот только что засунул, да? Поймал вот такого конька хорошего. Ну и мы ожидаем своих поклевок. Живописные места Мура. Лед уже встал, машина ездит. Там рыбачки везде далеко. Находимся вот рядышком с городом, сосед. Только поставили поклевочку. И у нас конечек. Конечек на хапушку. О, первый есть. Ну ладно, буду чистить Андрюхе под вторую лунку. Продолбились мы, поставили хапушки. Пока что-то тихо. Вот только рассвет, вот только-только встает солнце. Андрюха, он сел помахать. Всех приветствует. Ну, в принципе, уже один конек, один судак, один чубачок. Но Андрюха его на ножичку режет. Цепляет его на нарезочку. Пушки пока стоят. Ждем поклевок. Народец подходит потихонечку. Вот там подошли, там ребята подошли. Сзади там вообще он... Народу много. Ну, плохо видно. Да и впереди народ он там сидит. Там целый городок палаточный стоит. Нарезку вешай. У Андрюхи там клюнул. Конек. Под самый верх. Небольшой такой. Собачка, конечки. Клюнула на хапушку. Сейчас посмотрим, что там будет. О, и опять конь. Опять конь. Собаки сегодня будут рады. Вот такой конек. Коньки сегодня клюют хапугу. Андрюха он потихонечку таскает коней, бочков, коней. У нас сапожки дергают, а что-то хапуги молчат молчаливо. Рядышком Андрюха раз-раз на сапожок дернет, и сейчас видишь, вот такого конька на сапожок. Бочки. Ну, нормально. Андрейка поддалбливает их по чуть-чуть. Интересно, почему ж на хапуге нет, рядышком стоят. Вообще тихо. Вот люди тоже там поймали пару сишков. И все. И тишина у них. Там вот тоже человек двух сигов поймал. Несколько коньков на линчике небольшого. Ну, мы всех обловили. Но Андрюхе опять дынь. Что-то там. Опять, наверное, конек. А, судачок еще есть.
Так, все. Ну, продолжаем рыбалочку потихоньку. Пока тут разговаривал, Андрюха раз еще одного чувака выдернул на сапожок. Пьем кофеек. Ну ничего, чувачки такие хорошенькие. Вот, только-только. Вот опять у него поклевка, смотрите. Не успел. Не ожидал просто. Интересно. Ну это надо вот снимать, ну. Поймать поклевочку тяжело. Но все же есть такая штука. Да, вон они там, вот он, женщина там парочку сигов смотрит. Все, да, тишина. Ну, подождем. Снова у нас конек. О, хорошего размера такой. Пошел чистить лунку, раз утонула. Вытащил. Вот. Мы даже корешку, сахалинку одну поймали. Крупную. Ну, рыбка, в принципе, потихонечку прибавляется. Стал чистить. И хренак. Поплывочек раз и ушел. Вот такой конь. Хорош. Левочка на хапугу. Давайте смотреть, что там и что там. О! И это у нас опять конь. Это маленькая хапушка. Четверочка. Вот такой конек. Ну мы уже вытаскиваем. Как говорится, домой. Стали вынимать хапушку. А в ней вот такой лапоть. Карасевича. Хороший такой ядреный карась. Большой. Хороший у нас пушка. Это у нас 5,5, по-моему. Ну уйти он уже, конечно, бы не ушел. Но крупный, крупный карасик. Прям вообще громадный. Хороший карась такой. Ну, в принципе, неплохо. Неплохо провели время на природке, на нашей. Загородочка. От ветра. Ну, карась хорош. Хорош. Отлично. Вытаскиваемся. Посидели сегодня, порыбачили. Сегодня 3-е, да, число? 3 декабря. Андрюха машет еще. Да, наверное, будем закругляться. Поймали коньков там, судачка, корешку, чубаков. Будем закругляться на сегодня. Снимать хапушки, все остальное. Наблюдайте за нашей рыбалочкой. Будет много интересного. Подписывайтесь на канал, жду комментариев. И всем до новых встреч и пока-пока.